Более 200 тысяч рублей злоумышленники похитили у жительницы Ярцево, угрожая игрушечным пистолетом. Трое парней, не достигших и 20 лет, напали на улице на женщину. Преступники знали, что потерпевшая собирается ехать за товаром в Смоленск, и при ней будет крупная сумма денег. Совершив преступление, подростки выкинули игрушечный пистолет и банковские карты женщины. Потерпевшая тут же обратилась в полицию. Раскрыть преступление помогли записи с видеокамер на ближайшей торговой точке. При обыске у преступников обнаружили похищенную сумку и часть денежных средств. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Молодым людям грозит срок от 7 до 12 лет лишения свободы.